Салем, достар, салем, жастар, бүгін сіздерме берге тағы сарықы, сегодня с вами я. И еще раз напомню про конкурс, не забываем про него. Условия вы уже должны были знать, но кто вдруг не знает, повторюсь, это быть подписанным на мой инстаграм, быть подписанным на инстаграм магазина и оставить комментарий под моим постом в инстаграме и отметить трех человек. И вот с такими условиями будут разыгрываться очень классные футболки, и победителей будут выбираться рандомно. Я уже каждый раз это говорю, но на всякий случай пусть у вас будет информация. Сейчас я снимаю клип на... Клип, серьезно. Сейчас я снимаю реакцию на клип Альбы Туным. Это Juice Entertainment. И скажу заранее, возможно, они опять будут блокировать видео. Потому что пару раз такое бывало. На эти моменты они просто блокировали во всех странах, и клипы были, и реакции были недоступны. Но если вдруг такая ситуация случится, то обязательно эта реакция, она будет на моем ВК-паблике, в паблике ВКонтакте обязательно, если что, проходите сюда и смотрите там. Потому что такое бывает, и у Juice Entertainment свои авторские права, вот, бывает такое. Поэтому на всякий случай я загружу и в YouTube, и сразу туда реакцию, надеюсь, это прокатит и не будет никакого бана. Ну, посмотрим. И начну реакцию, раз, два, три, поехали. Entertainment. Ой, мне нравится у него логотип, он прикольный. Вау. Офигеть. У нее такой сильный голос, у меня пошли мурашки по ногам. Офигеть, у меня никогда не было такого, чтобы у меня этот, ну, ну короче, это капец. А где танец? В смысле, они показали группу и не показали танец? О, уже хорошо. Ну а что не показывает, где она сама танцует? Я люблю на танцы смотреть. И опять нет. Блин, на самом деле клип очень красивый. Девушка очень красивая, одежда подобрана вообще идеально. Надеюсь, это была бегота, которую я себе подбирала. Очень локация, все вообще очень классно сделано. И клип, кстати, и песня со смыслом, поэтому очень красиво. Ну и мне нравится наблюдать за этим. А, она типа не танцует. Вот этот костюм у нее, где она вот этот показывает, ну, в смысле, он классный. Не, на самом деле... Блин, это клево, на самом деле. То есть, девочка цепляет именно своим голосом. А такие голоса есть не у всех.
То есть, допустим, все любят там сравнивать, да, всех. У Зирузы там своя тональность, свой тембр и что-то там еще исполнение. У Туалипы совсем по-другому. То есть это очень классно. Потому что не было такого, еще никогда не было, чтобы было вот так. Особенно от Just Entertainment. У них были только 91, которых они прям вот сильно продвигали. А тут новый исполнитель. И, конечно же, этот исполнитель будет завоевывать что-то новое. То есть у него будут свои фанаты, будут свои поклонники. И, надеюсь, эту девочку ждет дорога к вершине, на самом деле. Прочитаю опять комментарии сейчас быстренько. Ничего не добавишь, любой профессионал, просто восхищаюсь, да. Все молодцы на самом деле, то есть раскрыли. А, вот пишет, что она кардинально изменилась, видать, до этого тоже она просвечивалась где-то, но, честно, я ее лично не видела. Может, конечно, видела, но она была под другим псевдонимом, на самом деле. Ну, если что, кстати, мне об этом напишите, потому что, ну, я могу не знать. Комментарии радуют, да, то, что на самом деле вот именно вот здесь вот на сайте, именно на канале Juice Entertainment всегда были классные комментарии, и все всегда радуются, то, что, потому что это первое, наверное, именно Q-pop компания, которая продвигается в Казахстане, после них уже пошла новая волна, и поэтому это очень клево. Ну, на самом деле, ну, песня вот пишет, нет, типа, кто-то пишет нет, кто-то что-то нет, короче. На самом деле, знаете, не понимая даже смысла клипа, не понимая даже смысл слов, не понимая саму песню. Я, допустим, иногда добавляю песню только из-за того, что у них просто классное начало. Вот с первых секунд, если мне песня нравится, то я обязательно ее добавлю. Неважно, какой исполнитель, неважно, кто ее поет. Вот да, я такой человек, то есть у меня нет каких-то разделений на мое, не мое, хочу, не хочу. Просто я включаю любую песню, русскую, латиноамериканскую, испанскую, итальянскую, неважно, корейскую, китайскую, японскую, тайваньскую, тайландскую. Я на самом деле слушаю очень много композиций, очень разных жанров. И поэтому, знаете, вот сейчас меня песня очень реально зацепила, потому что это что-то новое. Мне понравился очень ее голос. Это, ну, я его такого голоса я еще нигде не слышала. Вот серьезно, это лично мое мнение. Вы можете с ним не согласиться, и я ничего с этим против, как бы, иметь не буду, и ничего с этим не сделаю, на самом деле. Но Альва молодец, и все, кто старались над ее образами, над ее именно пением, над написанием песни, вы большие молодцы, и спасибо вам огромное. Буду заканчивать, надеюсь, вам понравилась реакция, и вы оставите свое мнение в комментариях, и все напишите. И также не забываем про конкурс, условия я вам уже говорила. Встретимся в следующем видео.